важен жанр, который совпадает со временем и позволяет проговаривать время. Вот, например, там сериал успешный, чем он, сказать, хороший и вечен, и мода на сериалы долго не исчезнет. Потому что, во-первых, там меняется история, а во-вторых, собственно, это такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями и за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации. Поэтому сериалы проговаривают время, зачастую талантливые, конечно, сериалы, так же глубоко и точно, как аналитические программы. Если у вас диагностирована шизофрения, это вовсе не значит, что за вами не следят. Поэтому иногда постановка какого-то проекта реальным является совпадением. Вот я, как человек, который ставлю проекты на эфир, я могу сказать, что бывают случаи, когда это совпало с какими-то событиями, и от столкновения с этими событиями появляется другой смысл. Но в подавляющем большинстве случаев, безусловно, это ставится специально в контекст с каким-то месседжем. Приступим!